так мы живем в палатке. Все у нас тут есть, все клево. Есть коврик Немо. Есть вьетнамский наборчик. Все, класс. Рабочий класс. Ля-ля. Вон-на-на-на-на. Блин, народ, привет всем. Еще раз. У нас на дворе 16 мая. Второй день или третий день подряд уже бушует шторм. Льет и трясет нашу палатку. Мне вчера я заказал в Декатлоне через интернет-магазин себе новую большую палатку. Она пришла. Поставить ее не могу, потому что дует ветер и льет дождь. Я покажу палатку. Вот палаточка. Вот. Смотрите, как у меня все тут калашматит. Как-то так выживаем в суровых условиях. Все трясется. Палатку Макса залило. Он сидит попой в луже. У меня еще все нормально. У меня стоит здесь ноутбук. Фирменная подушка и лечок. По стилистику канала на YouTube. Продолжаем наше выживание на Черном море, на берегу моря. С двух сторон у нас вода и ветер. Здесь нету ничего, что способствовало для комфортного проживания. Смотрим и подписываемся на мой канал.